Добрый день! Сегодня 15 августа, и я решила поделиться своими традициями, как я пью чаи. Вот один из примеров, потому что я сама родилась в Самаре, то есть в Куйбышеве это раньше было, и считаю самарским водохлебом. Мы действительно любили гонять чаи, как это говорится там на Средней Волге. Эти чаи – старинная рецептура бурятов. Вы прекрасно знаете, что это очень биопродукт, потому что собраны травы в таких местах, в тайге, на острове Ольхон, совершенно биологически чистые как бы натур. Курильский чай желудочный, я обожаю его. Он даже прогревает, когда его заваришь, и можно прогреться, когда примерз. Останавливает рвоту и понос. Это магиши траум, то есть это сон, магический сон. Это лебенскраут те, это печеночный, это для суставов. С чего я начинаю? Я начинаю с того, что мне очень нравится доставать этот пакетик. Здесь продумано так красиво, шуршит эта бумажечка, что меня это завораживает. И я с удовольствием потом открываю вот этот медальончик. Обязательно, какой я чай хочу сегодня заварить, я завариваю на день один термос, сейчас я его покажу. И обязательно вдыхаю вот этот букет трав. Это гибкий лук суставной. И пытаюсь угадать, какую же я почувствовала сегодня траву. Заправляю его вот такой термос. Это папа мне подарил, 25 лет ему уже, этому термосу. Завариваю 70 градусов. Пузырьки, когда начинают подниматься интенсивно, я завариваю это водой. Но у меня водопроводная вода, на водопроводную воду стоит водный фильтр. Поэтому я не боюсь не докипячивать, как это сказать. Еще вы, конечно, знаете, что эти травы, это старинная рецептура, они обладают травы синергизмом. По-моему, правильно сказала это слово. Сегодня я заварила гибкий лук. У нас пришла жара, и я с удовольствием сейчас чаевничаю целый день, выпиваю между приемами пищи. И просто, как говорится в Германии, геносен. Я наслаждаюсь. И вам того же желаю.